16 сентября в Центробанке прошло заседание, на котором было решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Теперь она составляет 7,5%. Последний раз такое было в декабре 2021 года. Скорее всего, ставка будет снижена для того, чтобы поддержать, во-первых, российскую экономику, поддержать спрос, потребление. Ну и плюс это снижение будет отражать продолжающуюся тенденцию на снижение инфляции. При снижении ключевой ставки больше будут брать кредитов, и граждане, и предприятия, значит, они будут больше потреблять, больше предъявлять спрос на товары и услуги. Это будет способствовать оживлению. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Но при этом также отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. Напомним, что ключевая ставка влияет на проценты по кредитам. Чем ниже ставка Центробанка, тем под меньший процент готовы давать населению займы кредитные организации. Но в то же время это максимальный процент, под который можно открыть вклад. По прогнозам эксперта, самая низкая ставка по кредитам будет в декабре. Если продолжится процесс снижения, то да, к концу года мы выйдем на еще более низкую ставку, чем сейчас. Естественно, что до конца года вряд ли Центральный банк перейдет к повышению ставки. Поэтому действительно к концу года будет ставка самая низкая из всех, которые были в этом году. Напомним, еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении – 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Центральный банк поднял ее сразу с 9,5% до 20%. Это решение было принято, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позднее происходило поэтапное ее снижение. Елизавета Никитина, Универньюз.